Здравствуйте, меня зовут Баринова Анна Сергеевна, я окончила ГИТИС, мастерскую Алексея Игоревича Шейнина. Я увлекаюсь верховой ездой уже как 3 года. Также я умею играть на ложках, на деревянных ложках. Также я сейчас уже как 2 месяца занимаюсь картингом. Периодически катаюсь на скейтборде. А постоянно, пока лето, я езжу на велосипеде. Вот недавно я проехала 60 километров, ну как-то вот. Из того, что я хотела бы сыграть, это, наверное, исторические, либо военные картины. Все-таки там есть история, там есть прожитая уже людьми жизнь. Очень хотелось бы сыграть какую-то историческую, сильную личность. Это прям вот мечта.